Привет, мои прекрасные друзья! У нас опять чудесная солнечная погода. И мы, конечно, с вами проводим время с лошадками. Вот такие красивые чувства. Помните, я вам говорила, что любовь спасет всех нас. Наверное, и войн не будет, если все будут любить друг друга, как эти лошадки. А еще, знаете, хотела что вам сказать? У меня сейчас какое-то время бездействия, хотя дел куча и надо что-то делать, действительно. Кто-то бы сказал прокрастинация или еще что-то такое. Но я буду вести себя как даос. Не деланье и есть деланье. Так вот, что я решила. Делайте все или с удовольствием, или для пользы. И тогда все у вас будет хорошо мотивировано, и все будет получаться. Ну вот посмотрите на эту любовь. Видите, кто сказал, что лошади не целуются, целуются. Итак, вы запомнили? Для удовольствия или для пользы. И тогда все у вас получится. А я обнимаю вас лошадиной любовью. Даже не могу сказать вам пока что чао-чао, мои прекрасные друзья, потому что это так здорово и красиво. Давайте я помолчу, а вы посмотрите, как надо любить друг друга и гулять вместе на солнышке. Вот так. Ну, прям красота, согласна. Прям для вас. Все для вас, мои прекрасные друзья. Все для вас. Что-то прыгнули и разошлись. Такое тоже бывает. И замерли. Ну да, и посмотрим. Ой, он не только в пальтишке, еще и в капюшончике. Видите, как... А этот только в пальтишке. Ну, сейчас придет. Они же не могут... Давай, не обижайся. Не обижайся. Ну, ладно, я тебя простила. Вот так. Да, давай дружить и любить друг друга. Тем более солнце светит, и мои зрители смотрят. Ну что, время сказать чао-чао. Я люблю вас, мои прекрасные друзья.